души. Так будет всегда. Красиво. Ваня. Ты вернешься? Конечно. Покрывайся перед Богом. Любить меня. Хранить верность. Это сигнал тонущего корабля, Анна Васильевна. Монархия пала. Местом центральной власти назначаю Иркутск. Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом, святым Его Евангелием и животворящим крестом быть верным и неизменно преданным государству российскому. Да поможет нам Бог. Правый борт орудия «Гоголь».